have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы опять возле стены Люпуса, как вроде как и в прошлый раз. Но на этот раз мы сделали уже много квестов, поэтому мы продвигаемся. Давайте узнаем, что нужно вот этому парню. Оу, а чё у меня тут монетка не взята? Просто так 10 монеток лежит. Хорошо. Алайдеус Гавганг, типа Амадеус. А, плохие новости. К ошалению, к сожалению, типа у меня кошки, это плохо, поэтому к ошалению. Мне снова нужна ваша помощь, чтобы перевести меня с площади через стену, с площади, что ли? Да, возьмемся. Ла-ла, сюда идет генерал, поэтому солдаты, как иногда, строгие. Эти фальшивые пропуска больше не работают. Только взгляните, их стало больше. Остальные члены оркестра ждут нас на другой стороне, ла-ла-ла. Присоединитесь к ним, чтобы отвлечь внимание. Ага, понятно. А почему мне кажется, что вы, ребята, совсем не из оркестра? Нет такого впечатления ни у кого. Наш план набросится на вас двоих, чтобы выманить сюда солдат. Тогда мистер Гавганг сможет проскользнуть. Просто подыграйте, окей? Нет. Я, пожалуй, буду играть за мага, если вы не против. Они неплохо так боятся магии. А я боюсь острых предметов. Спасибо, конечно, ты меня щитанул, чувак, но... Давайте я похилюсь немножечко. Страж так и не сбежал, если честно. А? Это они же? То есть, типа, мы подыграли? Что за Лайда Гвалт? Вы все арестованы, готовьтесь. Лапы вверх, я разберусь с этим. А? А ты кто? Стойте, это не их вина, генерал, это все я. Нет-нет-нет, стойте, это моя вина. Таинственный голос. Я на самом деле... Кстати, там было написано Пушальди, типа Вивальди. Кот. Мистер Гавганг не хотел оставлять меня. Умоляю, вы так долго путешествовали вместе, я просто хочу играть нашу музыку. Пушисти некуда. Вы два воина там. Чё такое? Победите меня, я уйду. Да ну нафиг, босс. Ну, ты думаешь, я с тобой драться буду, пока у тебя щит одет? Я понял. Мне нужен маг. Оп, он врубил щит. Что, ребятушки? Уж извините. Блин. Оп. 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 Ха-ха-ха. Нет! Фух. Валим! Блин, нам надо отхилиться. Отхилиться, говорю, надо! Дружище, иди сюда. Ну-ка. Есть!
Блин, он ваншотит просто. Ну что ж так. У него реально дофига жизни. Прям вот очень много. Надо его потихонечку магией фигачить. Не, ну щит бесполезно бить, я понял уже, да. Блин, он в него целый каз зарядил по щиту. Это печально. Это прям печально. 420. Ну, чувак, ты прям это... Эй-эй-эй-эй! Иди сюда с хилкой! Фух. Что-то прям... Пучий глаз. Я чую запах добродетеля от ваших клинков. Мы уходим. Солдаты ко мне. Благодарю. Урчательно. Возьмите это, показалось удручательно. Лютня музыканта. Это посох. Восстановление манны плюс один. Мы сложим песню о ваших невероятных приключениях, которые всегда будут дарить надежду вроде этой. Не хочешь спеть ее вместе со мной? С удовольствием. Суперская песня. Все, кто собаки, все поняли. Квест пройден, спасибо. Так. Я понимаю, что у нас канал больше для катанов, но если вдруг нас смотрят пёсели, ребят, я надеюсь, вам было понятно все, что здесь говорили. Хорошо, у нас осталась куча квестов позади, и я вот просто не знаю, мы потихонечку по уровням поднимаемся. Иди отсюда. Стоит ли нам возвращаться к кошачьим квестам? Я бы такой, что на самом деле вернулся бы. У нас есть к тому же быстрое перемещение, но у нас есть и тут непройденные побочки. Давайте мы поговорим с вот этим чуваком, который нашел череп. Для которого мы нашли череп. Лайтон Дрейк, который... Блин. Отличные новости. У черепа появилась зацепка. Сокровища ждут нас. По-моему, я вам уже говорил, что вот это весь квест с черепом напоминает мне путешествие по останкам Золтана Кула из Диабло. Да, пойдем. Что ж, пускай мистер Череп расскажет сам, что... он много чего вспомнил. Я каламбур, я заклятие разделимое... И заклятие... Я каламбур. Тебя зовут каламбур, чувак? И заклятие разделено мое тело. Остальные его части находятся в гробницах поблизости. Блин, ты все больше похож на Кула. Возьмите меня и путь, ребята. Ну, пойдем. Мы подобрали череп. Блин. Вали, чувак. Просто не до тебя. О, только что вспомнил. Он дружил с одним котом. Его звали Маус. Кота звали Маус. Вместе мы нашли сундук с сокровищами. Интересно, как он сейчас. Идем внутрь. Можно я скажу, что мне это не нравится, да? Там нас может ожидать, в принципе, все что угодно. Пещера Лапулино. Мои фантомные усики звенят. Туда, ребята. Фантомные усики, фига себе. Най. Ну хорошо, пойдем. Не, чувак, тебе кажется, что ты нас будешь трогать. Помните, кстати, это не в этой пещере, где у нас там был сундук с сокровищами, до которого я не мог добраться? Вот, ау. С этими ребятами мы довольно неплохо справляемся. Значит, ну, как минимум по уровню, как максимум, мы, может быть, уже даже овер перекачаны для всего этого. Сейчас посмотрим, что будет дальше. Сейчас нам боссы... Ой, блин. Это нехорошо. Понятно, блин, что это нехорошо. Иди сюда. Я знаю, как с такими, как ты, справляться. Ох, она ему хорошо урона так наносит. Иди сюда. Молодец. Сюда.
сюда. Спасибо. Эти штуки хорошо их дамажат. Голова каламбура. О, разве вы не знали? Открывая сундуки с сокровищами, вы можете выпустить особые дары в мир. Когда Маус и я впервые открыли сундук, нам была дарована правильная речь. Опа, а вот это прикольно. Кот, возьми. Это мое тело. Но оно не особо дружелюбно. Это босс. Это, блин, было больно. Если что, это было больно. Мы его убили быстро, потому что у нас прокачанные мечи. Но, блин, броньку-то я не прокачивал. Кстати, может, стоило бы. Думаю, теперь можно присобачить лапы, которые вы нашли раньше. Присобачить. Угу. Вы закрепили лапы. Отлично. О, песики, я только что вспомнил кое-что плохое. А раньше не мог? Да, Маус открыл сундук сам, и котам была дарована магия. В отместку я тоже открыл его, и собаки получили научные знания. Затем между нами завязалась драка, ведь каждого из нас обуяла жадность и желание владеть тем, что осталось в сундуке. Ах, продолжим. Теперь приставьте мою голову к моему телу. Ну давай попробуем. Не так, не мечом. Ой. О, песик, я вспомнил кое-что еще более печальное. Маус погиб. Его предательски убил другой кот, которого завидовал всем его знаниям. То есть ты! И почему я не удивлен? Простите меня. Сто, блин, 77! Все пока что идет в точности, как квест про Золтана Кула. Очень прикольно, мне нравится. Фух, теперь мои кости под контролем. Увидимся снаружи. Только да, у Золтана Кула кости не остались под контролем. Его пришлось просто, если что, убить. Это не спойлер. Игра 2013 года. Все, кто хотел, в нее уже давно поиграли. Пожалуйста, не обижайтесь. Я имею в виду про Диабло, если что. Грустно вспоминать, но я потерял друга из-за жадности. Вот, возьмите. Меч скаута. Так, и плюс 15%. Мне нужно переварить всю эту новую информацию. Встретимся снова здесь же. Давайте мы с ним, наверное, закончим сеть квестов. Посмотрим сейчас. Меч скаута. Звучит как что-то неплохое. Давайте глянем. У нас сейчас меч прокачанный. Мы его очень долго качали, кстати, да? И он дает 25 урона. А как... И он 17 уровня, блин. 25 плюс 17. У нас есть буревестник. И буревестник это плюс 9. И он 8 уровня. А этот плюс 7. 7. Они, кстати, практически одного урона с буревестником. Урон от молнии плюс 5. Атака плюс 15%. А ты у нас что даешь? У нас просто 25, да? Катана ниндзя, важный шанс, секира рыцаря, клинок катантюриста. Надо будет, наверное, посмотреть, что же я хочу видеть у своего персонажа. Пойдемте. А, нет, что, пойдемте, в смысле, мы же можем взять у него следующий квест, да. Я вспомнил, что случилось с ящиком сокровищ. Идем, заберем его. Да, пойдемте. Верно, теперь я все вспомнил, что... Закопал сундук там. У него все еще осталось одно последнее сокровище. Пора открыть его. Вот он, ребят. Открывайте. Открыл сундук с сокровищами. Что во имя собак происходит? Собачьи печенюшки теперь припоминают. Сундук пуст. Его использовали, чтобы заточить Аписа. Это я, Апис, убийца Мауса. Я, наконец, свободен. Ты проклял меня и попытался забрать последнее сокровище из сундука. Но я затянул тебя внутрь и заточил. Мяучи. А потом... я почти выбрался наружу, когда какие-то
оккультисты призвали меня, свобода была так близка. Теперь ничто не помешает мне остаться на свободе и уничтожить вас. Чувак, тебе хана. Ха, вы двое думаете, что сумеете остановить меня? Ну, попробуйте. Блин. Так, миньонов убили. Хорошо. Теперь можно и главнюку по морде навалять. Ух ты ж, ёлки-моталки, а! Ты посмотри, сколько он дамага-то влил, а! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Так, стоп. Я тебя буду магией фигачить. А, магию ты тоже неплохо впитываешь, хорошо. Оп, я это заберу, если вы не против, спасибо. Слава усам, вы победили его. Мне жаль, что в сундуке больше нет сокровищ. Я упустил последний из них здесь, в память о Маусе. Это то самое место, где мы встретились с ним впервые. Хотите знать, что, что было последним сокровищем? Так вот, это был дар каламбуров. Маусу это понравилось бы. Забирайте сундук. Он ценен сам по себе. А теперь мне пора присоединиться к Маусу. Спасибо. И прощайте. Сундук с сокровищами. Спасибо. Блин. Ну, вот поэтому и говорю, что здесь очень классные квесты. Вот этот какой-то такой... Говорит, что этот сундук даровал нам речь, магию, науку. Это бесценно. Это историческое свидетельство того, что коты и собаки могут быть друзьями. Вот, возьмите. Доспехи призрака, ледяная стойкость плюс 20, 17 брони. Благодарю урчательно. Я не теряю надежды, что когда-то он снова улыбнется, что мы снова будем жить в мире. Спасибо. Давайте вернемся здесь. Блин, это был очень классный квест. Хорошо, что я вернулся его сделать. Поэтому и говорю, что квестов здесь очень много. И, пожалуй, стоило бы нам сходить на какие-то старые квесты. Потому что я хотел бы пройти их всех. Нагрудник ледяного мага. Так, а у тебя одет доспех рыцаря. Просто плюс 10 брони, который дает, да? А нагрудник ледяного мага... дает 6 урон магии, или, ну или 6 магии. И ледяной урон 5. Кстати, а льдышка, ну льдышка у него есть. А где был этот... так, это у нас собачьи лохмотья, кошачьи лохмотья. Я их выбрасывать не буду, они мне дороги, как память. Туманного мага. А, вот он. Ну, он просто лучше. У меня сейчас, который дает 10, доспех, который 10 брони дает, это 17 брони, еще и ледяная стойкость. Конечно, я его одену. По-моему, очень крутой доспех. Вот этот тоже очень хорош, но он, во-первых, даст мне меньше здоровья, а во-вторых, ну, он не дает защиты от льда. Так, ребят, хорошо, давайте все-таки еще раз сходим по главному квесту тогда. Сейчас посмотрим, что нам светит. Оу. И надо бы, наверное, задуматься, стоит ли прокачивать нам оружие и какое оружие, потому что мы вот один раз вложились уже в это. Хорошо, вы приготовились, мои короли? К чему? А, ну ладно. Канин. Ладно. Престол Лупуса немало изменился с тех пор, как вы покинули нас, ваше овичество. Овичество. Но я уверен, у Хотто есть план. Если что, это Хотто Дого, кузнец... гениальный, который, да. Хотто, у меня плохие новости. Волчий отряд Канин тоже ищет вас. Каких еще Канин? Канин — это самые сильные маги волка. Вроде хот-дога с васаби. Ого. У меня есть план. Встретимся снаружи. Идем. Ты же маг, ёпарясата, ты должен сливаться от физического урона.
Хот-дог с ним, конин нашел нас. Да, я пойду сейванусь. Канина, блин. Ладно. О, нет. О, что? Ой, блин. Раз, два, три, четыре. Ну, давайте их перебьем. Главный путь заблокирован. Фига себе. Нам нужно туда. Но должен быть еще один путь. Есть более безопасный долгий путь через пустыню Гавкара. Типа Сахара. Вход в Гавкару так написано. Но я не знаю дороги. Вам придется искать ее самим. Я знаю, вы выберете правильный соус, ваше овечество. Я даже не знаю. Я бы такой, чтобы поубивал этих магов. Послал ему вслед такой пендаль. До свидания. Не грози Южному Централу. Ну, они, в принципе, убиваются неплохо так. Немножечко понять, что происходит. И их можно убивать. Ага. Это я неудачно попал, согласен. Вон в Гавкару вход, кстати, пустыня Гавкара. Давайте хильнемся немножечко. Сороковой уровень, между прочим. Мы неплохо так подняли левел. Вход в Гавкару. Ну, пойдемте. А нам надо... Нам надо сюда. Мы можем пройти по Гавкаре, а можем пройти здесь. Я просто... Оу, а тут чувак, кстати, стоит. Давайте поговорим с ним. Селянин Стефан. Путешественники, помните, пустыня Гавкара водится невидимые чудища. Ну, по крайней мере, можно по крайней мере, можно погрызть косточки. Ням. Какие косточки? Я что-то не уверен теперь, что я хочу в пустыню. Давайте сходим, глянем, мало ли. Тут монеты вон разбросаны. Я бы... Оу, тут есть этот... надо его почитать. Потом и королей разбуди свою внутреннюю силу. Вы изучили монолапка. Максимальная мана тоже увеличилась. Монолапка? Это что за чары такие? Кстати, у меня... Да нет, у меня еще есть два места под чары. Восстанавливает ману. О, вот это интересно. Тогда надо вот так. И вот так, наверное. Надеюсь, я не забуду, что оно здесь. Ого, неплохо. А теперь можно сделать вот так. Ага, так можно подлечиться практически на халяву, да? Да, отлично, это работает. Черт, я не то хотел сделать. Но он восстановил столько же, сколько было, понятно. То есть это можно подлечить, ну не подлечить, а восстановить ману своему спутнику, допустим, который потом похилит. Это прикольная тема. Земля изгнанных, черт. Это прикольная тема, вот когда у тебя есть в данже какой-то уголочек, где ты можешь передохнуть минуточку. Ну, я так понимаю, что мы когда-то все-таки научимся ходить по воде, так? Что, блин? Блин!
Он их просто ваншотает. Раз, два, три. Я говорил, что мы подлечимся, ага. Фиг там плавал, блин, подлечимся. Хорошо, пойдем. Отвратительно, их можно убить. Они 99 уровня. Твою за ногу. Я хранитель всех. Вернулся в момент квеста. Нет, не хочу я возвращаться. Выходить из квеста. Блин, и сюда мы как-то должны потом будем попасть. Неизвестно. Отлично, что неизвестно. Просто суперски. А вот там на какой уровень? Невидимое чудовище. Неизвестно. 70-й, понятно. Явно не наша тема пока что. Давайте пособираем, тут походим, посмотрим. Пустыня Гавкара, блин. 70-й уровень, блин, мобы 70-го уровня, ты шутишь? Иди отсюда. Тоже 70-го уровня, чуваки. Это вход с этой стороны. Ага. Я вас понял. Ну ладно, я думаю, мы тут немножечко поразведывали. Что за столб? Это интересно. Два столба. Вон там еще что-то. А это на какой уровень? Тоже, наверное, хай-левелы какие-нибудь. Да, 70-й. Тут, кстати, может сохраниться. Лапуазис. Я не буду даже с ними разговаривать, потому что они мне сейчас будут предлагать квесты, которые я, в принципе, не смогу потянуть. Поэтому давайте вернемся позже. Нам пока вообще не сюда. Я что-то замахнулся. А вот и волк. Я должен поговорить с властителем Элиусом. Пусть нас никто не беспокоит. Ах ты ж... Не-не-не, чувак. До свидания. Не твой день сегодня. Не повезло. Тут можно... Ой, тут можно совернуться, отлично. Давайте прям так и сделаем. По такой лужице. Во дворец. Оу. Оу. У меня плохие новости. Кажется, у нас гости. Что за нафиг? Невероятно. Это же не нулевое измерение. Как вы попали сюда? Неважно. Ваши лапы никогда не коснутся обломка. Блин. Но мы им какой-то урон-то наносим, да? Блин. Горите, твари! Вставай, дружище! Нам тут навешать хотят! Ох! Ай-яй-яй-яй-яй! Блин, это я подставился, это не надо было так делать. Но я им по 200 на урона наношу. Нормально. Если не подставляться... Блин, нет маны. Если не подставляться, то в принципе жить можно. Если, говорю, не подставляться. Если. Ключевое слово. Не жадничай, не жадничай.
блин, на подхилочку. А вот сейчас все плохо. Сгори. Нет! Да е... Все, я... Ладно, я понял, давайте перепроходим. Я думал, что он до меня... Да иди отсюда! Все, лопни. Надо было сохраниться после. Мелкая гадость. Так. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Плохие новости. Да-та-та. Давай, чувак, все, мы тебя замочим. Я понял твою стратегию, как ты работаешь. Угу. Блин, вот это я сейчас зря подставился, мог бы этого не делать. Лечимся. Ты, я тебя сейчас позапускаю, блин. А-а-а! Одного лопнули. Валим, 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 не жадничаем. Не жадничаем. Не-не-не, чувак, ты остался один, все, забудь. Я тебя добью. Я сначала воскрешу своего братюню. Я сам подлез неплохо так. А, болван, это снова всего лишь иллюзия меня. И это говорит недопёс, который не способен сражаться сам. А? Кири, ты назойливый клубок шерсти, что ты сделал? Ваше высочество, забирайте обломок скорее! Королевский обломок. Мы забрали его, есть! Разблокируем королевское искусство силапного удара. Шанс подавить атаки. Действует наверняка при критических ударах. Вот это интересно. Мамя, я чуть не лишился лапки в этом деле. Пришло время наконец-то приготовить хот-дог. Не испытываю восторга снова встретить эту дьявольскую дьяволицу. Найдемте кошалапы. Вместе мы выкуем королевский клинок. Во, мы пойдем к кошалапе. Кошалапка. Вот, значит, мы сможем доделать все те кошачьи квесты, которые у нас там висели. Отлично, я как раз об этом переживал. Все, ребятки, тогда давайте на этом мы игру сегодня закончим. Встретимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем пока, покеда.